За летний период спорткомплекс «Труд» серьезно подготовился к открытию хоккейного сезона. Уже четвертый год подряд все крупные соревнования по хоккею проводятся здесь. Звучат напутственные речи, пожелания игрокам и болельщикам. Время настало. Все, затаив дыхание, ждут свистка, который оповестит об открытии сезона. Вот он, долгожданный сигнал. Благодаря отличному состоянию льда, хоккеисты смогут показать все, на что способны. На льду нешуточные страсти. Команды выкладываются на полную. Каждый отдается игре на 100%. По-другому в хоккее никак. Сергей Кирин, вратарь команды «Полярные волки», провел матч на высоком уровне. Благодаря его действиям было отражено множество шайб, и команда одержала победу. Хоккейная карьера Сергея началась еще с детства. Затем был длительный перерыв, и вот год назад он вернулся в спорт. Как вам играть? Тяжело? Тяжело, конечно. Усталость, да? После работы 9 вечера, конечно, тяжело. И так приходится каждый раз? Постоянно. Каждая команда перед собой ставит цель – победить в чемпионате и принять участие в ночной хоккейной лиге, которая пройдет в городе Сочи. Там собираются самые сильные любительские команды со всех регионов страны. Спортсмены округа уже 3 раза принимали участие в хоккейном фестивале. На последнем, третьем всероссийском фестивале ночной хоккейной лиги мы участвовали в дивизионе Лига будущих чемпионов 40+. И наша команда заняла 6-е место. Это, я считаю, очень достойно, так как первые турниры подобные проходили в Москве. Наша команда была очень далеко. Впрочем, не забывают здесь и о хоккее детском. За последние годы на льду тренеры выпустили не одну восходящую звездочку. С каждым сезоном желающих взять в руки клюшку только увеличивается. К примеру, уже сегодня этим видом спорта в Наринмаре занимается почти 200 подростков. Показатель впечатляющий и перспективный, уверяют преподаватели. Ведь, как говорится, трус не играет в хоккей. Массовость должна быть хоккея. Вот. И расти, чтобы у нас дети росли, постоянно тренировались, постоянно, ну, конечно, желательно, чтобы они еще выезжали на соревнования почаще, в другие города. И еще, кроме этого, губернатор заинтересован, на самом деле, в хоккее, вновь избранный. Так что, я думаю, у нас хорошая перспектива. Напомню, новый сезон уже стартовал. Впереди нас ждут сотни ледовых баталий. Увидеть игры и поддержать свою любимую команду сможет каждый. Все матчи пройдут в спорткомплексе «Труд». Зрелищность непременно гарантируется. Недаром хоккей называют мужским видом спорта. Ведь им в грубой борьбе приходится стоять на коньках и вместе с этим следить за шайбой. Вы сами все видели. Сергей Журавлев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».